У нас в гостях Дмитрий Беляев. Дмитрий, расскажите, пожалуйста, про вашу компанию. Наша компания занимается рыбой больше 50 лет, 20 лет переработкой. 3 года назад запустили линию по консервации. Линейка очень широкая, рыба благородная. У нас 6 белых лососей, это сиговые породы. И 3 вида арктических подвида рыб, щуки, налима, язя. Где у вас находится производство и где находится производство и как вы сбываете сейчас ваш продукт? Производство у нас находится на Ямале. У нас аутентичное производство. Единственный город в мире прямо на полярном круге. Называется Салехард. Найти очень легко. Перекресток реки Обь с полярным кругом. А сбываем самостоятельно. Торговый дом представительства в Москве открыли. Склад продукции здесь же. Плюс подключаем постепенно региональных дистрибьюторов. То есть за 2 года работы из Москвы мы постоянно участвуем в таких мероприятиях, как World Food, Prodexpo, отбираем дистрибьюторов, которые действительно готовы заниматься качественной продукцией. Скажите, какие задачи вы перед собой ставите на данной выставке? Ну, основную задачу мы уже выполнили. Мы посмотрели, что интерес действительно есть не только среди московских и санкт-петербургских сетей, потому что здесь, как в богатых городах, знают рыбу и чиры, и муксуна. Но по-настоящему реальный интерес есть и в регионах. Названия уже не так удивляют. То есть, что такое рябушка, что такое даже сырок. Сибирский сик знают от Ижевска до Горно-Алтайска. Спасибо вам огромное.